Посмотрите на вот эту пшеницу. Из нее можно приготовить чудеснейшее, вкуснейшее блюдо. Для начала вот эту пшеницу мы засыпем в обычную холодную воду. Для того, чтобы она там немножечко размягчилась. И оставляем в этой воде минимум на 3-4 часа. Я обычно оставляю на всю ночь. Прошло более 12 часов. Теперь эту воду мы сливаем, зальем новой холодной водой и поставим на огонь вариться. Когда вода закипит, и если вот такая вот пеночка образуется, можете вот это вот снять. Затем убавляем огонь на медленно-средний, варим до готовности. Это может занять часа 3 даже. Пшеница почти готова. Посмотрите, как она выглядит теперь. Почти 3 часа я варила пшеницу на медленно-среднем огне. Несколько раз я добавляла кипяток. Теперь приготовим остальные ингредиенты. Нам также понадобятся грецкие орехи, изюм и мед. Все это берете по своему вкусу. Здесь у меня 100 грамм грецких орехов. Орехи надо будет измельчить. Можно прокрутить через мясорубку или мелко нарезать. Я предпочитаю мелко нарезанные орехи, чтобы потом они чувствовались во время еды. 100 грамм ореха я измельчила. Не совсем сухая должна быть пшеница. Добавляем сюда все наши ингредиенты. Это изюм, орехи и мед. 2-3 столовые ложки на вот это количество должно быть достаточно. Вот посмотрите, какой у меня мед. Я добавлю 2 столовые ложки, так как я не люблю, когда очень сладко. Вот 2 столовые ложки, но зато смотрите, какие полные. Теперь хорошенько это все перемешайте. Накройте крышкой, укутайте одеялом и оставьте вот так до полного остывания. Это надо кушать в холодном виде. Почти 10 часов я продержала кашу, укутанную в одеяле. Давайте пробовать. На Кавказе она называется кольо. Также она известна под названием кутья. Очень вкусное кольо у меня получилось. Обязательно приготовьте и попробуйте. Готовится очень просто, только нужно время, как всегда. Для всего хорошего нужно время. Поэтому наберитесь терпения, пожалуйста, и приготовьте кольо. Приятного вам аппетита. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я вам буду очень благодарна.